девчонки, привет! Как у вас дела? Заставила поляна, вот у меня здесь такая цветочная. Приобрела цветочки. Ой, думаю, пока дома будем за цветочками присматривать. Вот. Как вы поживаете? Все у вас ли хорошо? Пусть будет все хорошо. Так, пчелы мера балар, насосынс и мисынс, пен и им тишекюрадере. Бюдем бізді бұрда чичекіле, бөйлі. My dear, hello. How are you? Бейна Кхан галіба. Істіоді Туркестан біле. Мави Узбекистан. Он и джаз. Мои дорогие, по просьбе эта девочка Бейна Кхан. Туркестан and Blue Узбекистан. Покушаем Туркестан с голубой узбечкой, да? Ну, я тут приготовила белый Туркестан у меня. Наверное, вот прям вот так помакаем и покушаем. Сама уже так хочу. Забыла микрофон. Туркестанчик такой у нас, что-то с мусором. Супер. Топрак кокусу. Мухтешем. Пыльный. Вкусно. Очень вкусное сочетание. Еще балку сидеть.
Тузло.
На улице солнышко то появляется, то исчезает. Было очень вкусно, просто. Этот пыльный и запах, и вкус пыли. Голубая узбечка, соленоватая. Я Туркестан люблю, вы знаете, светлый и белый. Поэтому это было очень вкусно. Правда, я такая очень чумазая. Ну ладно, главное... удовлетворилась. Вот белый Туркестан у меня, он мягче, чем светлый Туркестан. Вот вы видели, я светлый Туркестан не могла прям откусить там. Но он, конечно, более хрустел, а белый еще мягче. Вот, так и пчеларым. Дешекер едерым. Чук гюзельды, тады да. Топрах тады. Яглы, хэмды, тузлы, мави. Узбекистан. Эпсы каршық олынжа мухтыша. Teşekkür ederim, öpüyorum, seviyorum. Мои дорогие, спасибо вам большое, целую вас. Ставьте лайки, сейчас я побегу за покупками. На сегодня до 5 только можно сходить на улицу. Вот. My dear, thank you. Вот такие вот дела. Так что пока-пока, до следующего видео.